Здравствуйте, друзья! С вами снова Валерий и очень краткий обзор для тех, кто покупает лопасти. Значит, в первую очередь это видео для Василия, но в дальнейшем, чтобы не повторяться, я просто буду давать эту ссылку для тех, кто приобретет подобные лопасти. Значит, вот так вот выглядят лопасти. По умолчанию они идут склеенным стаканом, то есть полностью готовая рабочая лопасть. Обращаю внимание на то, чтобы вот эти вот дренажные отверстия вот в комельной части и на кончике вот здесь, чтобы эти отверстия были открыты. То есть можно продуть вот так вот, то есть чтобы они продувались. Эти дренажные отверстия должны оставаться постоянно открытыми. Иначе холодные ночи и теплые дни, и там будет конденсат, и витой дисбаланс. В общем, лопасть долго работать не будет. Это по отверстиям. По установке лопастей. Чтобы долго не рассказывать, как бы это я уже не раз рассказывал, ну вот вкратце. Одна сторона лопасти как бы выпухлая, вот как видим, она такая вот каплеобразная. И вторая сторона плоская. Вот как так показать, вот видим плоская. Так вот, плоской стороной эта лопасть ставится на ветер. Вот в эту сторону давит ветер. То есть в данном случае эта лопасть с правосторонним вращением. То есть мы ее ставим так, чтобы ветер дул на плоскую сторону, и по умолчанию вот здесь вот ставим угол 3,5 градуса, но этот угол в зависимости от генератора может отличаться. Если у вас высоковольтный генератор и он рано набирает обороты и просто не развивает оборотов, то этот угол можно увеличивать. Можно увеличивать там вплоть до 15 градусов. То есть это подбирается чисто по вашему генератору. То есть по умолчанию 3,5 градуса. Ну а далее в зависимости от того, какой у вас генератор. Если у вас это асинхронный двигатель и не перемотанный, а как бы заводской высоковольтной обмоткой, то скорее всего этот угол вам придется ставить, может, 4,5-6 градусов. То есть это надо подбирать. Чем больше угол, тем раньше лопасть страгивается, но обороты ее падают. Чем меньше угол, обороты этой лопасти повышаются, но страгивается она позже, ну как бы тяга этой лопасти меньше. В общем, как-то так. Вот. В данный момент заказано 3 лопасти. Все лопасти подогнаны по весу, готовы к установки на ветрогенератор. При установке на ступицу этих лопастей вам все равно придется отбалансировать ветроколесо, потому как при сварке, как правило, какое-то крепление где-то уводит в сторону, и здесь, скажем, ушло на десятку, а на кончике выйдет, что ушло там на сантиметры, и поэтому по-любому вам придется их балансировать. Как балансировать, есть у меня на канале видео, то есть там ничего сложного нет. Добавляется на кончик, скажем, пластилин там или любой другой груз, ну проще всего пластилин прилепили и все. И как бы вес пластилина примерно равен весу в кубиках полиэфирки. В общем, как-то так. На этом все. Всем побольше позитива, отличных ветрогенераторов, удачных конструкций. До новых видео, друзья. Пока.